Всем привет. Доехали до пионерлагеря Березка. Выглядит вот так все плачевно. Еще который рядом лагерь находится, мечта. Вот он еще действующий. Люди там живут. Машина там стоит. Собака, вон, слышите, лает. А так от лагеря практически ничего не осталось. Разворовывают вообще конкретно все. Забором жилой с новыми окнами стоит. Это скорее всего к мечте относится. Угу. А вон забор граничит. Я бы на самом деле вот туда прошелся бы. Полы вообще разобраны наглухо. С потолка капает. Крючочки такие, одежду вешать. Тут, видимо, левый и правый корпус были. Что там, тропинка есть?
Что, рухнуло что-то? Thank you.
Ты где спряталась-то? Я тебя найти не могу. Я уже заснял тут парочку. Сейчас. Да, скорее всего. Чё там, показывай. О, слушай, а этот сухой.
Блин, ты так быстро перемещаешься. Чего ты отвернулась-то? Хотела бы такой домик. А что, столовая, что ли, была? Упал. Там я понасчитала, по-моему, 8 бутылок пустых из-под водички 40 градусов. Как у компании даже не приехать, чтобы что-то выпить, и всего лишь одно маленькое. Один маленький мангальчик? Да, да. Ну, может, ребята просто тренироваться сюда приезжали, спортсмены? Ага. Так, пойдем туда и к машине. Да. Потому что я мокрая насквозь. Сейчас будем переодевать тебя. Да. Где ты так умудрилась-то? А там, ну все, это, ты направление говори, куда идти. Подо мной точно рухнет. Блять, как я это не заметил?
Вот еще следы. Не знаю, сейчас зайду, посмотрю. Че, куда идем? Машина. Да. Синичек очень много. Так, я не знаю, здесь провалимся, да? Наверное, провалимся. Свежие овощи. Это, скорее всего, столовая была. Ну, там, скорее всего, не столовая. Вот это точно столовая.
Ты ключи возьмешь? Ключи возьмешь? Если кто-то пойдет, просто сядь в машину и закройся. И побибикай, чтобы я бежал к тебе. Прачечная, что ли, или что это такое, даже не знаю. И как пройти туда, тоже не знаю. Здесь опасно идти. Вот отсюда пойду. Овощехранилище, наверное. А, крупа. О как. Типа холодильника было. Дверь почти железная, деревянная, обита железом. Лавочки вот тут. Чтобы на полу не стояло, специальные палеты вот такие были, сколоченные. Круто.
Так тут еще одно такое же помещение. Только как в него войти-то? А вот это, скорее всего, был холодильник. Судя вот по этой штуке, стоял холодильник. И здесь что-то хранили.